Во исполнение поручения президента Республики Узбекистан специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения коронавируса приняла ряд дополнительных решений. В частности, с 10.00 27 марта прекращено межобластное движение всех видов транспорта – авиа и железнодорожное сообщение, автобусы, автомобили, включая междугородние такси. Помимо этого, временно ограничено транспортное сообщение внутри городов и районов страны. Как мы сообщали ранее, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности граждан и распространения коронавируса в городе, специальная комиссия при Хакимияте приняла решение об ограничении въезда и выезда из Алмалыка с 27 марта 2020 года. Согласно приказу и мероприятия по АГМК ведутся работы. Создан штаб во главе начальника УВАД. Создан рабочие группы по местам, где скопление людей и координируется движение автобусов. Производится дезинфекция транспортных средств, зданий, рабочих мест. В данное время наши транспортные средства снаружи дезинфицируются при помощи дисбарьера, а салон дезинфицируют специально назначенные ответственные лица. В данное время дисбарьер установлен в автобазе номер 2, это в городе Ангрены, автобаза номер 3, Алмалык, автобаза номер 6, Наманганская область, Чадак, автобаза номер 8, Сурхандаринская область, Шерабад. И в тракторном парке. Водительскому составу пассажирского транспорта проведен внеочередной инструктаж. Своими силами шьются маски в день по 400 штук и раздаются нашим работникам УАД. Получены тепловизоры и антисептические средства для борьбы с инфекцией. Значит, по управлению автомобильного транспорта имеется 187 единиц пассажирского транспорта, который занимается перевозкой наших рабочих. Сюда входят, значит, город Алмалык, город Ангрен, Хандиза, Чадак, Шерабад и Дзахский цементный завод. Как было отмечено, в Алмалыке, как и во многих городах страны, официально временно остановлено движение общественного транспорта. В связи с этим руководством Алмалыкского горно-металлургического комбината принято решение выделить дополнительный автотранспорт, находящийся в ведомстве управления автомобильного транспорта АГМК, для доставки работников подразделений на работу и обратно до дома. Составлен график работы автотранспорта с учетом нескольких маршрутов, охватывающих все районы города. В связи с запрещением передвижения пассажирской перевозки внутри города Алмалыка по автобазе номер 3 разработаны схемы маршрутов, графики движения автобусов. По этому схемам и графикам ежедневно выпускаем 22 единицы автобусов. Это начиная с 5.00 автобусы перевозят работников до 24.00. Из числа инженерно-технических работников УАД организованы контролеры. Эти контролеры контролируют и координируют движение автобусов. Они изучали два дня, где и сколько человек скапливается по каждому остановкам. Введено сейчас 6 графиков движения автобусов. Мы максимально старались обхватить весь пассажирский поток. Еще автобусы поставили по блокпостам. Это блокпост Химзавод, блокпост ГАИ Алмалык и блокпост колхоз Ленин. Это мебельные. Перевозки осуществляются бесплатно. Кроме этих графиков, у нас прежние графики еще работают. Мы напоминаем работников, что может воспользоваться с этими графиками тоже. Попутный может выходить к этим автобусам и доехать до определенного объекта. График маршрутов автотранспорта для перевозки работников комбината опубликован на официальном сайте и телеграм-канале АО «Алмалыкский ГМК».